Пользователи уверены, что Макаров предпочитает молодых любовниц, так как еще не нагулялся. Конечно, он гуляет. Они чуть не развелись после свадьбы из-за его загулов, она думала, ребенком его удержит, но это вряд ли, пишут на странице телеведущей. В сети появилась информация, что Игорь Макаров недоволен телом своей супруги. Что похоже на правду, на фотографиях с отдыха Лера ни разу не похвасталась купальником, она прикрывалась полотенцем, либо ходила в длинной футболке независимо от погоды. Фанаты пишут, что хоккеист сильно изменился, стал чаще уходить из дома. Видимо, он нашел молодую любовницу, а Лере с наглым лицом говорит: «Уйди, старушка, я в печали». После свадьбы уже обсуждалось увлечение Игорем другой женщиной, и кажется, ситуация повторилась. Об этом говорят его лайки в соцсети неизвестным особам и редкое времяпрепровождение с семьей. Несмотря на 6 лет брака, многие уверены, что Игорь уйдет от Леры, как только найдет более подходящую партию. К тому же у Леры сложились не очень благоприятные отношения со свекровью. И сегодня на семейных фотографиях мама Игоря сидит с каменным лицом. Видимо, она недовольна выбором сына. Отношения Кудрявцевой и Макарова – одни из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. 16-летняя разница в возрасте провоцирует большое количество слухов. По одной из версий пользователей, молодой муж Леры давно завел любовницу не впервые. Уж больно спокойно реагирует Лера. Отношения супругов держатся на мудрости телеведущей. Она утверждает, что совсем не ревнует, когда любимый отправляется в бар или клуб с друзьями. Пока Лера работает, Игорь поддерживает физическую форму, занимаясь в спортивном зале. Видимо, хочет произвести впечатление на молодую любовницу.